Дорогие уважаемые учителя, нам, родителям, сегодня чуточку грустно от того, что наши дети завершили важный этап своей и нашей родительской жизни, школу. А с другой стороны, радостно смотреть, какими они стали взрослыми, красивыми, современными и сильными. И в этом, какими они у нас сегодня стали, огромная заслуга их учителей. Нашим детям повезло. Их учили и воспитывали педагоги Рижской классической гимназии. Это кидать, поскольку трое детей в нашей семье здесь учились. И нашим детям прививали культуру в самом широком понимании этого слова. Ведь без культуры невозможно стать по-настоящему успешным человеком в современном мире. И за это огромное спасибо учителям. Дорогие учителя, уважаемый район Роман Саянов, меня попросили выступить от родителей коротко. Я не знаю, как рассказать коротко и уложить два предложения, 12 лет, и все хорошее, что школа дала нашим детям. Невозможно. Поэтому я попытаюсь все-таки уложиться в формат и сказать три спасибо. Первое спасибо хочу сказать школе за очень солидный уровень подготовки ребят. Если даже смотреть по рейтингам, в 2019 году второе место среди больших школ, это уже соответствующее, ну, признание этого уровня. Ребята очень хорошо выступают на олимпиадах, на конференциях, мы все это видели, сколько дипломов ребята получили. Выпускники этой школы поступают легко в вузы Латвии, за границей. По своему опыту и по знакомым я могу сказать, что ребята поступают и в Англии, и в Германии практически на таком же уровне, как другие ребята с других стран. И спокойно там учатся. И получают очень хорошие места в международных компаниях. И там работают. Поэтому я считаю, очень хороший и конкурентоспособный уровень получили ребята здесь. Спасибо вам большое. Второе спасибо учителям за то, что наших детей сделали не только образованными, но и порядочными людьми. Помогали им стать такими. Спасибо за вашу заботу, за ваш труд, за то, что верите в своих подопечных, за то, что доверяете им, за то, что привили культуру и традиции школы, культуру и традиции Латвии нашим ребятам. А Пушкинский бал чего стоит? Огромное спасибо Вадиму Гроссману и всем спасибо вам, что организовали такой чудесный бал. Мало кто из школ, я не знаю, ни одной школы, которая может похвастаться таким балом. И не знаю таких школьников, которые могут похвастаться, что они умеют танцевать вальс. Только спасибо вам. Спасибо вам большое. Отдельное, мое личное, и наверняка многие присоединятся ко мне, спасибо Дзиндерсу Эдуардовичу. Спасибо за то, что Дзиндерс Эдуардович может рассмотреть, ну, вот эту способность, вот эту искорку интереса в ребятах каким-то предметам, которые могут потом перерасти в дело всей жизни. И вы способствуете этому развитию всеми возможными и невозможными средствами. Спасибо огромное. И это, наверное, самое главное. Спасибо вам, учителя дорогие, за то, что вы поддерживаете ребят, за ваш труд, за вашу заботу и за поддержку наших ребят во всех их начинаниях. Спасибо вам большое. Меня попросили от учеников говорить коротко. Хочется сказать, что эти 12 лет были долгими, трудными, но благодаря вам, учителя, благодаря директору, мы смогли все эти трудности преодолеть.
хочу сказать огромное спасибо, что вы все принимали нашу индивидуальность, и несмотря на возможные недопонимания или конфликты, вы все равно помогали нам, помогали решать разные задачи, проблемы, и мы это невероятно ценим. И особая благодарность нашим замечательным кураторам, ведь вы проделали огромную работу, и мы все, я думаю, без исключения, очень сильно вам благодарны. Спасибо. Спросишь какого-нибудь ученика или выпускника, какие у него ассоциации или воспоминания со школы. Многие сразу отвечают, что это были какие-то грубые люди, которые нас не ценили, которые все время были с нами строги и никогда не шли на уступки. А мы, выпускники Рижской классической гимназии, очень рады признать то, что нам это не знакомо. Потому что нас всегда окружали самые лучшие учителя, которые всегда были рядом с нами, которые всегда были готовы прийти нам на помощь и дать совет. Мы также могли всегда просто подойти и поговорить, то есть на любые разные темы. И это всегда были интересные беседы, из которых мы узнавали что-то новое и которые нас чему-то учили. Мы хотим сказать огромное спасибо вам всем за то, что вы прошли с нами этот нелегкий путь. Благодаря вам мы выросли именно такими, какими вы нас видите сейчас. Спасибо. Наши дети будут счастливыми. Поздравляем учителей!